Есть у нас такая традиция раз в год проводить открытый микрофон в Колизее. Эта традиция живет уже второй раз. Открытый микрофон подразумевает, что может выйти, выступить абсолютно любой желающий. То есть у кого-то, если появятся какие-то мысли, вы можете поднять руку, выйти и прочитать смешное. Ладно, переходим к стендапу. Добрый вечер ще раз. Всім привіт. Привіт. Перше питання, в скільки завтра в маяк їдемо? Зашел вчера в Happy Cake. Просто я вот против системы. Сидел, писал стендап. Причем розповідаючи нікому не потрібні історії. Нормально, снова, я твой друг, я твой друг. Я буду назвать тебя Арсен, все. И вот знаете, если я раньше подозревал, что Happy Cake это мафия, то вот сейчас я понял наверняка, не мафиози там работают. Как у тебя дела? Понимаешь, все? Смешно? А я вам вещи жизни расскажу. Это любовь, мне кажется. Ждать, пока твой муж ловит покемонов. Насправді я за перейменування вулиці. Недавно прогулялся по парку КПІ. Познайомився з нимфоманкою. Це супер! Я ходила по дому з пальцем во рту. Тому що дуже багато наболіло. Как, сами оплачувати будете? Или там? Там пускай оплачують. Вот им прикол. Давайте аплодисменты з этого собака.